Нормативы потребления коммунальных ресурсов изменят с 1 июня. Новые расчеты позволят снизить нормативы на содержание общего имущества многоквартирных домов по горячей и холодной воде, а также электроэнергии. В краевом правительстве рассказали, что по большинству домов произойдет снижение платы в среднем на 15%. По ряду домов нормативы останутся на прежнем уровне. Кроме того, принято решение о том, что в крае не будет устанавливаться норматив на водоотведение. Тем самым будет снижена нагрузка в платежах граждан. При этом нормативы потребления коммунальных ресурсов на ОДН будут едины для всего края по различным категориям домов, в зависимости от этажности, наличия централизованного отопления, систем ГВС. Эти нормативы будут отражены в квитанциях на оплату, которые камчатцы получат в июле. В правительстве добавили, что за жителями домов, оборудованных общими приборами учета, останется право платить за ОДН не по нормативам, а по факту потребления коммунальных ресурсов. Для этого собственникам жилых помещений необходимо провести общее собрание, по результатам которого направить соответствующее решение в свою управляющую компанию.